Поздравляю вас. Благодарю. Спасибо большое. Спасибо. Первые слова поздравления от акима города услышала ветеран Великой Отечественной войны Елена Бекетова. Ей 91 год, но она хорошо помнит все детали своей военной службы. В 18 лет Елена Бекетова ушла на фронт. Тогда еще юную робкую девушку определили в зенитные войска. Фотографии военных лет она бережно хранит в семейном альбоме. Это вот я была на орудии. Вот это мой командир Кузьмин Иван. Видишь? Тут вот это уже демобилизовали домой нас. В зенитном полку Елена Бекетова прослужила до конца войны, участвовала в освобождении Польши и Украины. Говорит, о победе над фашистской Германией узнала еще 7 мая. Эту долгожданную новость бойцы встретили с ликованием. 7-го уже приказ пришел, что не стрелять ничего. 7-го победа, да. Вот. А то еще где-то пролетали и еще бомбили. А ну, наши полк уже не это приказали, что уж не это, не стреляли уж мы. А потом-то, знаешь, уже 9-го точно победа. И вот это уже мы уж тогда вспомнили. Ох, стреляли с карабинов, как стреляли в воздух. Ой, батюшки. Военные заслуги Елены Бекетовой остались незабытыми. Сегодня дань уважения ветерану отдал глава города Галы Машимов во время праздничного визита. В подарок вот такой вещмешок с продуктовым набором и денежное пособие. Здравствуйте, спасибо. Еще один ветеран, получивший поздравление от акима Темиртау, 90-летний Александр Добромелов. Он также прошел всю войну, участвовал в освобождении Белоруссии, Украины, Польши, служил в Румынии, Венгрии и Германии. За свои боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны первой степени и медалью за отвагу. Говорит, война оставила свой след не только в памяти. Полученные ранения до сих пор дают о себе знать. Меня под Вислой крепко ранило. Ух ты, под Вислой, да? Да. Больше. Снайпер, видать. Больше. Сюда пулю вошла, через легкие и в лопатки в левой вышла. Акция по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны в городе проходит ежегодно. В мае всех ветеранов посещают чиновники и депутаты, дарят подарки и денежные пособия. В этом году участников войны, проживающих в нашем городе, осталось всего 35 человек. Искандер Байкенов, Владимир Пороховой, новости Темиртау.